что праведник – разумный настоящий человек на вечном основании. Мудрость царя Соломона я полностью постиг. На высоте я мудрости с ним стал плечом к плечу. И доказывая, что освободился я от невежества велик. Строкой в стишках и клипах, что глупость, в общем, неспособность над основой мысли всех своих трудиться. Почти каждый день я в интернет строчу. Вот такие вот дела.